Предлагаю попробовать рецепт котлет из акары, жмыха, который остается после приготовления соевого молока. Акара почти не имеет собственного вкуса, но богата клетчаткой и хорошо усвояемым белком. На ее основе можно приготовить много интересных блюд, но котлеты – это уже классика. Они получаются нежными, питательными и очень вкусными. Ниже я дам подробное описание, как приготовить котлеты из акары. Советую не только измельчить соевые бобы, но и обязательно их проварить, как указано в рецепте. Тогда акара получится намного вкуснее, а значит и котлеты тоже. Подготовьте ингредиенты. Замочите соевые бобы на 8 часов в воде. Потом промойте, переберите. Измельчите соевые бобы в блендере или мясорубке. В кастрюлю с толстым дном налейте литр воды, варите соевые бобы полчаса на среднем огне. Постоянно помешивайте, чтобы ничего не прилипало ко дну. Измельчите соевые бобы в блендере или мясорубке. В кастрюлю с толстым дном налейте литр воды, варите соевые бобы полчаса на среднем огне. Постоянно помешивайте, чтобы ничего не прилипало ко дну. На мелкой терке натрите картофель, лук и морковь. Отожмите, чтобы фарш не был мокрым. Смешайте акару и тертые овощи. Добавьте специи, постный майонез и муку. Посолите по вкусу. Фарш должен получиться пластичным, хорошо держать форму. Разделите его на шарики примерно по 45 граммам.